Не избежать серьезной ответственности и похитителям 10 пистолетов Макарова. К поискам пропавшего оружия в Академии погранслужбы КНБ подключилась и МВД. Недостачу обнаружили 6 мая. Примечательно, что пистолеты исчезли после учебных занятий 30 марта. С подробностями Оскар Миндыбаев. Информация о пропаже 10 пистолетов Макарова появилась 10 мая. Обнаружили недостачу оружия 4 днями ранее. Позднее выяснилось, что пистолеты пропали 30 марта. По данным МВД, это произошло после завершения стрельбищ в учебном заведении. Начато досудебное расследование по факту хищения огнестрельного оружия. В настоящее время по делу проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий. Информация от силовиков поступает скудная. В самой Академии погранслужбы от комментариев отказываются. Полковник КНБ в отставке Арат Нормамбетов называет это не иначе, как ЧП. Все оружие находится под тщательным контролем. Получают и сдают его строго по инструкциям. Сколько я понял, офицер, он расписался в приеме этих 10 пистолетов. Он в таком же порядке сдает, то есть под роспись каждый пистолет со сверкой нумерации, патронов. Использованные гильзы от патронов также подлежат учету, но это вот в уставах. Бывший сотрудник комитета не исключает, что это могли сделать из корыстных побуждений сами военные. К примеру, испортить репутацию сослуживцу. Среди его версий есть и коммерческая выгода. Однако продать это оружие куда сложнее. В одном эксперты уверены, эта ситуация подрывает доверие к силовым структурам. Но кроме имиджа, политолог Дасым Сатпаев обеспокоен и безопасностью в целом. Как те же самые правоохранительные структуры могут гарантировать нашу безопасность, да, если они не могут гарантировать свою собственную безопасность? Вспомним того самого алматинского стрелка, да, если где-то и пропадало оружие, да, либо если кто-то их и захватывал насильственным способом, то часто это было оружие, которое принадлежало силовикам. Пистолет Макарова принят на вооружение в 1951 году. Рассчитан на ведение огня в ближнем бою. Является личным оружием офицерского состава вооруженных сил и сотрудников силовых структур. С учетом ситуации вокруг религиозного экстремизма, такая пропажа вызывает еще большую тревогу, говорят специалисты. Полицейские уже назвали это кражей. Оскар Миндыбаев, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.